Светильники Yeelight – это устройства, которые помогают превратить дом или любое другое помещение в умную гармоничную систему. Здесь речь и о качестве света, и о функциях, которые упрощают использование, и, конечно, о том, что, наверное, все мы любим в устройствах, к созданию которых приложила руку компания Xiaomi – это доступность. Светильник, полное название которого Yeelight Crystal LED Ceiling Light Mini, попал в наше видео для знакомства. Давайте посмотрим на него в деталях. О стоимости и наличии этого и других светильников от Xiaomi очень легко можно узнать, перейдя по ссылкам в описании к данному видео. А если хотите знать больше о горячих новинках техники и покупать их по самым интересным ценам, то подписывайтесь на наши YouTube и Telegram каналы и наши социальные сети. Скорее откроем коробку, именно там находится сам светильник. Как справедливо указано прямо в его названии, его диаметр составляет 250 мм. Светильник вообще довольно компактный. У него небольшая толщина, это 71 миллиметр. Основная часть конструкции состоит из надежной холоднопрокатной стали, что делает корпус прочным и совершенно не отразилось на весе. Светильник весит чуть более 650 грамм, а это значит, что монтировать его можно даже на гипсокартонные конструкции. Вторая часть светильника – это рассеиватель из оргстекла. Это надежный и долговечный материал, который помогает сделать свечение мягким. Важная особенность конструкции – это защита от проникновения внутрь насекомых, что помогает поддерживать высокую яркость свечения и работоспособность устройства максимально долго и дает возможность простой очистки. Внутри светильника установлены яркие диодные излучатели со световым потоком в 670 люмен и, что очень важно, диоды обладают высоким коэффициентом цветопередачи, это RA90. Светильник потребляет всего 10 Вт и подойдет для освещения небольших помещений с площадью до 10 метров квадратных. В категорию таких отлично вписываются прихожие, коридоры и другие небольшие пространства. Но главная магия и полезная особенность устройства заключается во встроенном датчике, который автоматически включает его при обнаружении присутствия человека в комнате. Здесь использован специальный двойной оптический и температурный датчик, который позволяет использовать светильник даже без выключателя. Светильник включается, когда кто-либо вошел в комнату, и автоматически отключается, если в комнате никого нет на протяжении около 60 секунд. Работа датчиков светильника наиболее корректна на расстоянии до 290 сантиметров, а радиус, в проекции которого происходит определение движения, составляет около 1,5 метров. И еще, благодаря правильной настройке, на работу светильника не будут влиять домашние питомцы. Crystal LED Ceiling Light Mini – это еще одно из устройств Yeelight, которое довольно сильно помогает упростить быт. Светильник даже в случае установки в незапланированном проектом коммуникации месте можно легко использовать, ведь он по сути может спокойно обходиться и без выключателя. Ему достаточно стандартного подключения к электрической сети. В комментариях к этому видео расскажите, в каком бы месте у себя дома вы установили такой светильник, для включения которого абсолютно не нужны нажатия на выключатель. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите другие наши видео.